Борисе, ще цікава ваша думка. Ви, напевно, чули заяву екс-держсекретаря Кісінджера. Він сказав про те, що Україну потрібно прийняти в НАТО для того, щоб вона не змогла почати війну з Росією за повернення своїх територій після завершення цієї війни. При цьому він каже, що найбільш вірогідним завершенням війни якраз буде кордон, статус-кво на 24 лютого 2022 року. Що це означає, скажіть, будь ласка? Він говорить про заморозку конфлікту чи про що? Що стоїть за його словами? Ну, то есть он предлагает простым языком. Донбасс, Крым остается России, а запорожская часть, херсонская, в России, там либо их выгоняют оттуда, либо они выводят свои войска. Значит, вот на этом закрепляемся. Украину можно принять тогда в НАТО, но тогда Украина не сможет, как член Альянса уже, Североатлантического, начать войну и сказать, а вот мы теперь решили, что вернем Донбасс и Крым. То есть вот он это предлагает, чтобы нас сковывало с НАТО по рукам, чтобы мы не возвращали часть своих территорий. Давайте для начала спросим всех представителей Альянса, готовы ли они принимать Украину с территориями, как они их называют, там, спорными, неспорными, конфликтными, ну, по факту украинскими. Это раз. Давайте спросим, а готовы ли они нас принимать до окончания войны? И что они будут считать окончанием войны? Поэтому Киссинджер, он идею-то он закинул. То есть его задача визионерская, забросить некую идею, пусть ее там потом обсуждают. Вопрос в другом. Даже если военное, политическое или скорее политическое руководство нашей страны решит, что мы вот хорошо идем по этой модели, где-то там заморозим, Донбасс пусть, а общество и военные поддержат эту инициативу, я очень сомневаюсь. Зеленский четко сказал, вернем все территории. И теперь сказать, а ладно, я передумал, не все вот эти оставим. Нет. Плюс Россия слабеет с каждым месяцем. Это понятно. Теряет офицеров, теряет технику, теряет солдат, большая часть техники невозобновляема, снаряды, которые приближают, ну, они же их не успевают просто изготавливать. Поэтому, а Украина получает оружие для контрнаступления. И разговоры идут уже про F-16. Точнее, не поставить, не поставить, а уже в каком формате это может быть. Обучение пилотов, мы же понимаем, что обучение пилотов, это фактически да уже. Они же не говорят, что давайте их научим, пусть они потом на стимуляторах там до конца жизни сидят и тренируются. Конечно, нет. Поэтому есть все шансы Россию выгнать со всех территорий, кроме, я думаю, что там по Крыму будут серьезные дискуссии, не только, ну, скорее всего, там, да, между нашими партнерами. Что Путин начнет катать там, орать, я сейчас применю ядерное оружие, всем крышка, я готов. В общем, это будет большой вопрос. Хотя мне кажется, что если... Я вот просто себе представил, моделировал с коллегами, что, ну, все считают, Крым сакральное, значит, его надо там напоследок выйти на перешеек и дальше начать вести переговоры. А если контрнаступление прямо в Крым начнется, сразу туда, не куда-то там резать на Мелитополь или там еще где-то на Донбасском направлении, а вот просто сразу все на Крым. Вот что тогда будет? Я не могу смоделировать, как там Россия отреагирует. Поэтому Киссинджер должен понимать, что Украина своими территориями не торгует. Мы об этом уже неоднократно говорили.